Здравствуйте, дорогие друзья! И сегодня мы рассмотрим приложение Instagram для iPad под названием PadGram. Давайте его откроем и посмотрим, чем оно нас приветствует. А приветствует оно нас рекламой, и потом он нас перекидывает в наше фото. Ну, точнее, на чем мы остановились, на том он нас и останавливает. Например, если мы остановимся в ленте, то есть моя лента, а потом закроем это приложение, то мы его открываем, опять же рекламка, и вот лента. Какие здесь есть возможности? Мы можем перейти, посмотреть наш профиль, потом можем перейти в мою ленту, потом можем посмотреть, какие фотки я оценил, затем можем посмотреть мои фото, то есть которые добавлены мной. Кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм. Мой ник George Bush 100500. Идем дальше. Дальше мы можем загрузить фото. А для этого нам нужно скачать стандартное приложение Инстаграм, то есть для айфона. Потому что через это приложение нельзя добавлять. Нужно продолжить. И он нас перекидывает в стандартное приложение Инстаграм. И вот мы можем залить фотку. Так, дальше у нас есть фотокарта. В фотокарте мы можем увидеть, какие фото были добавлены в том месте, где вы сейчас находитесь. Вот у меня сейчас, например, неподалеку находится улица Белокаменная, и мы здесь увидим, какие там были сделаны фото. Вот. Что у нас дальше? Дальше у нас идет купить премиум. Стоит это 99 рублей. Также мы можем отключить рекламу, то есть у нас при входе не будет этой рекламы, ну и вообще не будет всяких рекламных баннеров. А это стоит уже 66 рублей. Мне это, в принципе, не надо, меня реклама особо не напрягает. Дальше у нас есть категория. Популярная природа, питомцы, девушки, дети, еда, мода, машины, архитектура. Давайте, например, зайдем в машины. И вот здесь вот мы увидим машины, соответственно. Иногда попадается не по делу. Вот, например, это не машина далеко. Вот тоже не машина. Дальше у нас есть подписки. То есть здесь мы уже можем подписаться, насколько я понимаю, на хэштеги. Например, давайте попробуем. Хэштег. Где у нас здесь хэштег? Хэштег. Cars. И вот можем подписаться на них. Ну, в общем, это, похоже, все возможности этого приложения. Приложение этого App Store бесплатное. И, как мы видим, можно купить дополнение, то есть премиум за 99 рублей. Тогда у нас уберется реклама. Можно работать с несколькими аккаунтами, смотреть фото на карте, ну и так далее. Дальше сможете сами прочитать. Или можно просто отключить рекламу уже за 66 рублей. Извините, что так долго не было новых видео. Теперь они будут выходить, конечно, чаще, потому что завтра я еду покупать MacBook Air. Видео станут еще более качественными, потому что теперь я их уже буду обрабатывать не через iMovie, как я это делал раньше, а через Final Cut Pro. Решил я взять все-таки MacBook Air не минимальной комплектации 2013 года, а Air 12 года на 128 гигабайт с 4 гигабайтами оперативной памяти, ну и с Intel Core i5, соответственно. И еще я планирую начать снимать влоги, там, например, как я катаюсь на багги. У меня есть свой личный багги. Если еще кто не знает, это такая машина, только без дверей. Ну, соответственно, мощности в нем поменьше. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Стоит ли мне начать снимать влоги. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пока.